Да, вот он Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в парке культуры и чтения «Буквоед» на Невском 46. Сегодня у нас в гостях преподаватель боевой подготовки спецподразделения, основатель собственной школы карате, кандидат педагогических наук, писатель и автор нескольких бестселлеров Андрей Николаевич Кочергин. Давайте поприветствуем нашего гостя. Поближе, тогда будет погромче. Сосиска. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мне это очень приятно. Вы знаете, так вокруг ринга собрались родственники бойца. Да, вот когда Геймс упал, все-таки все дождались. И все идешь и думаешь, сейчас вот придешь, потому что так надеешься, люди какие-то, может быть, есть. Еще раз пришел, никого. Думаешь, ну ладно, хоть я посижу, чай попью, все-таки приглашаю. Вот раз и люди пришли, удобно. Значит, приятно. Ну, значит, как я и говорил, значит, я все-таки педагог, ну, хотя бы отдаленный. И поэтому я буду некоторым образом воспитанием заниматься. Значит, каким свойством? Я, если кто-то вопрос мне задает, хорошее, я буду дарить ту книгу, которая вряд ли сейчас есть в продаже, но я надеюсь, что уже нет, скорее всего, даже уверен в этом. Она является, вот эта дилогия получилась. Вот это, говорит, писал мальчик 54 лет, а вот это писал мальчик 36. И они такие взаимно такие перетекающие. Поэтому я думаю, что если вы возьмете, вдруг вынесете еще эту книгу, то вам будет хорошо. А вот, значит, а есть генерал Лазурин в зале? У меня сейчас тут товарищ придет, я ему обязательно одну книжку подарю. А вот одна книжка сейчас пойдет, собственно говоря, тоже призом. Это вот книга с видеофильмом знаменитая. Она вообще стоит как чугунный мост. И я ее подарю за самый-самый главный вопрос какой-то. Замечательный такой. Не понимаю, где у меня сумка. А вот, выключи телефон. Вот, значит, и пока я выключаю телефон, я расскажу вообще, чего это такое и чего такого в нем замечательного, там, бессмертного произведения голубоватого цвета. Значит, дело в том, что... Сейчас я наклонюсь и буду орать прямо. Я его, как и все остальные книги свои замечательные, бессмертный. Я его писать-то не планировал. А и вдруг мне вспомнилась история про... У меня есть приятель, живет он в городе Героя, в Барнауле, и он десантник. Так, знаете, бывают десантники, которые демобилизовались вроде бы, а их никак не отпустят, вообще не отпустят, и все. Вот он уже и лет-то под 60, но его бедного как закусило никто, кроме нас. Вот он и в любом случае он поступает как десантник. Значит, думаете, как вот, например, Савинович поступил по случаю? Как десантник? Тупорыло, надежно. Искрометно. И, значит, мне рассказал, как у его супруги в Таиланде какой-то местный грабитель пытался отнять сумочку. Сделал совершенно напрасно, потому что Таиланд подвергся буквально, то есть, преддверию Третьей мировой войны. И это было настолько забавно, потому что я эту историю, собственно говоря, знаю, не понаслышке. Вот. Но мне поразила реакция Савинича. Я думаю, вот повеселил старика. Я, значит, опубликовал первый лист в сети социальной и говорю: «Салимыч, глянь!» И ссылку посылаю. А он как-то затих, и потом говорит: «А я этим не горжусь вообще. Это мой испытывающий характер. И он, я на нем работаю, чтобы его усмирить». Я говорю: «Какой ты, а?» Я думаю: «Ну вот же». А он говорит: «Нет, я вот это, я этим не горжусь». Я говорю: «Ну ладно, гордись, а не гордись, народ пускай поржет». И вдруг я понял, а чего, думаю, да будут истории-то масса всяких разных, чего они там где-то во мне пылятся внутри. Я стал каждый день садиться с утра и писать по одной главе. То есть если приказ не сказал «стоп», например, да, я уже мог приближаться к полному собранию сочинения Лунича Ленина, например. Причем забавно, что я даже удивляюсь, когда люди что-то придумывают.
Ну, то есть они сидят и выдумывают какую-то историю, например. Да. Она, возможно, как-то нравоучительная, интересная. Но она придумана от начала до конца. Это же вообще с ними в жизни ничего не происходило, что им приходится выдумывать что-то. Мне вообще ничего не надо придумывать. Я просто беру, вспоминаю. А вот. Я вот вчера буквально, у меня друг есть близкий, батюшка, иеромонах Леонид из военного отдела. Я просто взял и вчера так, опять бах, и пару историй. А вот такой, да что, эту книжку-то не засунуть. Да нет, это уже на Яку Спаринной похоже, поэтому я вряд ли публиковать не буду. Ну и вот и вышло так. А, и еще один момент, который меня, естественно говоря, очень удивил в этой книге. Дело в том, что когда я вот ее, любое какое-то такое произведение пишешь, а потом самое страшное — это получить корректуру. Когда тебе редактор присылает, тебе нужно взглянуть. И слава богу, что издательство «Крылов», значит, мне руки не подняло на мой авторский слог и сленг. Вот, и рискнуло выпустить так, как я и писал. Потому что я его так просил, говорю, ребята, ну, Христа ради, ну, пожалуйста, только не выхолощивайте меня. Я прекрасно понимаю, что это, ну, видимо, не совсем литературное произведение. Мне, собственно говоря, не позиционировался как литератор или писатель. Так уж сложилось, что-то такое прописывающее. Ну, в общем, состоялось, не угробили. Но тут даже другое. Берешь и, честно говоря, уже забыл, что там корябал-то. Начинаешь читать, а я на полном серьезе был свято уверен, что выпустил забавную, легкую, жизнерадостную книгу. Немножко это не так. Когда я начал читать, думаю, господи, тяжесть-то какая-то, чего мне так опять развернуло? А вы знаете, от себя ты не убежишь на самом деле. Когда о чем-то думаешь, когда в себе что-то несешь, ну, наверняка это все некоторым образом отражается на все, что ты делаешь. У Владимира Ленина, кстати, была замечательная такая формулировка, и он даже, значит, у него такой короткий эссе есть, называется «О партийности в искусстве». Он считал, что меньшевики рисуют меньшевистские натюрморты, а большевик рисует натюрморт большевистский. То есть все, что мы делаем, оно имеет некую все-таки некую платформу мировоззренческую, нравоучительную, такую вот. Ну и вот, будьте любезны, прикасайтесь к тому, что богатый внутренний мир. Ну вот, все, что я хотел сказать об этой книге. Если есть у кого-то что-то спросить, то я с удовольствием, без всяких сомнений, отвечу на это. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Дорогие друзья, как обычно, в рамках нашей встречи, пожалуйста, поднимайте руки, постараюсь ко всем подойти с микрофоном, спросите то, что больше всего интересует. И у нас ценные призы сегодня на камере. Да, кстати. Андрей Николаевич, здравствуйте. Вы опять откуда приехали ко мне? Да, из Гачи. Он за мной следит, этот человек. У меня на самом деле вопрос такой по диаспорам. Да? Вот, у нас есть диаспоры армянские, там, грузинские, еврейские. Есть ли русские диаспоры за границей? Вот вы часто ездите? Сильные ли они? И как вообще вот это вот объединяет людей? Вы знаете, я отвечу вам честно. Действительно, я не был только в Антарктиде и Австралии. Потому что не очень и холодно, положим, да? Объехал действительно, то есть, ну, большинство стран мира, так сложилось. И натыкаюсь частенько на как раз представителей, значит, наших бывших соотечественников. Я, честно сказать, вот могу вам, ну, как бы, помягче. Когда мы понимаем, что с нами что-то не так, вот сегодняшними нами в России, нам нужно увидеть двух людей, серба и таксиста из Нью-Йорка. Когда ты приезжаешь в Сербию, ты вдруг понимаешь, что это машина времени, и ты попал в какие-то конец 80-х годов, когда мы еще были советскими, и мы очень сильно были каким-то вот с чем-то связаны друг с другом, и мы были небогатыми. То есть мы не знали, что можно быть богатым. Мы все были одинаковыми, абсолютно. То есть одинаковыми в своем социальном положении. И когда ты заходишь с сербом в ресторан, он говорит, ко мне приехал друг из России. И вдруг ты видишь, что составляют столы, сейчас они все нажрутся и пригласят этих, которые там и ты не понимаешь, прошло 15 минут, все в мясо уже, значит, все веселые. И ты думаешь, я где-то это видел. Я где-то это видел. И вдруг ты понимаешь, что ты дома видел, когда ты маленький был, там, тебе было там 20, там, 25. И ты был вот такой же, какой-то безумно жизнерадостный, совершенно абсурдно. Которые не думают, а кого вы знаете, на что вы ездите, а сколько получаете. А мы не из Москвы случайно, да всем плевать. И тут же вот я уезжаю, и я живу, значит, на 59-й улице, это Саунд Централ Парк,
в Нью-Йорке, я там жил достаточно постоянно, именно там. Это называется Джумейра Хотель, ну такой знаменитый. Это, в Нью-Йорке очень любят исторические, у них нет истории, ну так бывает. И они очень любят свою коротенькую историю. Когда что-то произошло в этом каком-то отеле, все, он мега-отель, потому что в нем там что-то подписал какой-то человек, например. И, значит, в этом отеле чемоданы разносит дядька. Дядька — кандидат физико-математических наук. Ну, мне же скучно, мне надо с кем-то разговаривать, я же такой общительный парень. Ну и выясняю, что он такой: да, вот хорошо, вот я рад. Ты понимаешь, такая хорошая работа, огромные чаевые, прекрасное настроение. Я думаю, вот стоит у меня свой физико-математических наук кандидат, который разносит чемодан, и он счастлив, ну, умрет, по крайней мере. Ну и как бы и ладно, богу с ним. И вдруг, надо момент такой, значит, объяснить, что из Манхэттена до JFK, это до аэропорта, поездка на такси стоит всегда $50. По умолчанию, это закон, там, Нью-Йорк, там, что-то приняли, они очень любят такие мелкие законы, у каждого в своем штате. И все это знают, ну, кто матерый. По умолчанию 50, можно даже не спрашивать сколько, он не включает счетчик, он садит тебе и ехает. Значит, мы выходим, значит, из этого отеля, а я еще в костюме сборной России, там проходил чемпионат Америки открытый, там, значит, все такое. Подъезжает такси, и такси так пристально смотрит, как так прям не мигая. Ну, ладно, таксист, мы садимся, и он говорит: вы из России? Я говорю: да. Он говорит: я из России. Я вас сегодня, поэтому, со скидкой довезу до JFK за $200. Я говорю: повернись, пожалуйста, посмотри мне еще раз. Вот внимательно посмотри, я похож на лоха. Вот прямо посмотри на меня, ну пожалуйста, прошу тебя. Он такой: чего? Какие 250? Любой пуэрториканец, любую негрилу мне сейчас завезет за 50. Если ты не везешь меня за 50, останавливай машину, я выхожу. Он такой: вот ты как сам. Да. Ты что, действительно не забыл? Да. Мы доехали, дай какие слова были прощения. Ты что, действительно не 50 наш? Я говорю: да. Он такой: ну и ладно. Вот что нужно знать о диаспорах. И вы знаете, в чем штука? Когда мы говорим о диаспорах, если их связывают национальные корни, у нас почему-то национальные корни разъединяют, я не могу этого понять. Единственное место, когда я видел действительно сплоченную какую-то группу людей, которые говорили по-русски, это была община и Акима Пара. Но они не все говорили по-русски, там это уже иммигранты третьего поколения, когда там бабушка там говорила революцию, там еще что-то такое. Но они бывшие русские, которые уже многие уже по-русски даже не говорят, по силу каких-то причин. Я понимал, что да, вот они сплочены. У них есть тот цементирующий материал, который заключен для учительной идеи. Если, например, ну скажем так, да ладно, не будем вдаваться в мотивы иных людей, просто я могу сказать, что зачастую, опять же, за спиной там кого-то расстраивали какие-то критики и так далее, но приезжая в очередную страну, натыкаясь на русскую диаспору, я думаю: господи, ну даже прям жалко, лучше бы не это. Правда, правда. Вот такая история. Поэтому надо жить дома. И я честно признаюсь, я все-таки военно-референт-переводчик был по второй специальности по своей. И прилично разговаривал, что да, честно, что, наверное, не очень прилично, по-немецки. И опять же, у меня было столько дел в Германии, и так мне было там здорово, я там как бы не вся Германия знал, не мог. Вот, я говорю старому немцу, Герцу, я говорю: слушай, я был молодой, глупый. Мне было там, может, 27 лет. Я ему говорю: слушай, а чего вот, как ты думаешь, если, например, взять и отъехать в Германию, например, человек постоянно. Он сказал поразительную вещь, он старый, очень мудрый человек. Он говорит: Андрей, давай я спрошу, что ты хочешь? Ну, ты хочешь переехать? Ты хочешь стать немцем? Я говорю: я не могу стать, я русским. Это правильно. Если ты не хочешь стать немцем, ты в Германии всегда будешь чужой. А условно, но по нашему чуму. А в Японии это называется хайджин. Ну, по нашему чуму. Вот прям натурально так. В Китае это называется человек издалека, как-то лао. Вот как-то это слово правильно сказано, да. И вот выходит так, что если мы хотим куда-то там метнуть себя, да, то есть мы, к сожалению, ставим себе условия, что люди, которые нас окружают, будут относиться в лучшем случае снисходительно. Он говорит: Андрей, я же вижу, что ты как бы вот там изнутри, да, там, колокочет все, рвется наружу, там, энергетика твоя.
ты живи в своей стране среди тех людей, которые тебе понятны без слов. А то есть и мне, где ты родился. И зарабатывай так, чтобы ты мог себе позволить увидеть все, что ты захочешь. Вот это будет счастье. А не просто привязываться к какому-то месту, передавая то место, где ты родился. Зачем? Да. Я тебе скажу больше, ладно ты. Твои дети не будут немцами. Знаешь почему? А у них будет акцент. Ты же дома, ты будешь по-русски разговаривать, если даже будешь держать. И только твои внуки, если ты им запретят разговаривать по-русски, они, может быть, будут немцами. В том плане, что их не будут там одергивать. А вы откуда? Вы, а вы чьи? А вы кто? И самое было неприятное, когда я приехал с курсом там, моего подготовки в Германию. Что говорит? И семья, которая нас принимала, это были иммигранты из Казахстана. Этнические немцы, которые приехали туда. И дети их разговаривали только по-немецки. И так это было удивительно, потому что там были достаточно уже взрослые, старшие сын и дочь. И они ни слова не понимали по-русски. С ними разговаривали только по-немецки. Вот эта вот потеря аутентичности, она ушла сродни предательству, что называется. Но, скажем так, моя мама не оценила. Хотя я очень люблю ее. Поэтому, когда хочется измерить поступок какой-то категории нравственной, я всегда думаю, что она правду полку скажет. Она бы не оценила. Она сказала, дружка, ты совсем дурак. Ну, слава богу, мне хватило мозгов услышать этого старого немца. Я постоянно себе рассказываю странную вещь. Со мной конструкция часто разговаривает странными голосами. От странных людей. Вот это был пацаны. Голос с небес, который сказал, тру назад, никуда тебе не надо, давай-ка ты домой. И я, собственно, нравился. Ничего, что-то глюк, про странное рассказывать. Андрей Николаевич, такой вопрос. В современных реалиях спасение души, ну если можно так сказать, проще в миру или где-то в духовных обителях, в скитах и так далее, потому что ваши книги заставляют задуматься о спасении души. Ребята, во-первых, я совершенно уверен, что не все православные в зале. Если мы сейчас с вами жарим какой-то катехизис, они заскучают, скажут, ну вот, приехали, ты посмотри, вот опять его забрало куда-то. Я скажу простенько, и я думаю, что никого не затронут, там, даже людей, которые очень-очень далеки от какой-то там веры и так далее. Вы понимаете, в чем дело? Человек рожден вот в этом мире. И искать каких-то легких путей для своего вот этого, будем так говорить, эволюционного, духовного развития, это значит опасаться этого мира, потому что у тебя не хватило сил его изменить, изменяя себя. Как говорят, и в монастырях не все спасутся, и в миру не все погибнут. И поэтому мы являемся очевидцами множества людей, у нас половина святых войн. Ну, казалось бы, уж куда менее душеспасительное занятие, как кровопролитие. И у нас вот мы сегодня, кстати, поздравляю всех православных, сегодня у нас благоверный князь Александр Невский. Вот же как сложилось-то. Ну куда более кровожадная специальность там, да? Тем не менее, он благоверный князь. И все обращаемся к нему как к покровителю города нашего, как к действительно великому политику. Политику. Я уж не говорю, как воину и действительно православному человеку. Кстати, он перед самой смертью постригся схиму и имя его на небесах Алексии. То есть схимонах Алексии. Ответил? Да, спасибо. Ой, я же, кстати, книжкой забыл раздавать. Ну-ка, держи. Спасибо. Чтобы не убить никого. Передайте, пожалуйста. О, девки. Спасибо. Приехавши. Так. Нет, он скажет, что соврал. Ага, сразу поднимай. Давай, Сева. Еще вопросы. Нет, еще. А я по очереди вопрос. Как кандидата педагогических наук вопрос. О, как. Вот. Сейчас, секундочку, давайте я микрофон передам, все-таки товарищи постараемся по очереди соблюдать регламент. Меняются ли принципы, подходы в воспитании спортсмена, вот, заложенные нам в СССР, ну, такие как любовь к родине, вот имеется в виду, в современных реалиях? То есть, или надо по-другому уже воспитывать спортсмена, чтобы достичь наилучшего результата? То есть работает ли это сейчас, вот ваше мнение? А вот это, между прочим, некий краеугольный вопрос, который касается не только спортсмена. Я же еще преподаватель бизнес-тренинга, больше не меньше. Причем не на уровне приходите кто-нибудь, меня приглашают компании. Ну давайте это пальцы сгибаю, чтобы уж совсем щеки надуться. Два раза Морган Стэнли. Морган Стэнли — это старейшая в мире инвестиционная финансовая компания. Я занимался у них переговорным процессом.
меня приглашали, чтобы их сотрудники знали, как общаться с русскими. То есть они русские, но они не русские, потому что ты не смотришь, что они по-русски разговаривают, ну, кто пригласил. Они, говорят, все Йель, Сорбонна, там, Оксфорд, Кембридж, понятно, кто папа с мамой, да? Они, говорят, вроде болтают по-русски, но они не русские. Они приехали вот только что сюда, потому что, ну, что по-русски не болтать, вы работаете здесь, в России. Соответственно, Морган Стэнли, Вымпелком, это Билайн, два раза тоже. United Swiss Bank, не больше, не меньше. Деловой Петербург, газета есть такая. Он делал для собственников и топ-менеджеров компаний крупнейших в Петербурге. И мы как раз говорили о переговорном процессе, опять же, об инфраструктуре управления и так далее. О чем я говорю? Если рассматривать зарубежных спикеров, вот этих провайдеров тренинговых систем, у них подход очень забавный, для меня крайне поразительный. Они говорят, дома вы один, вот вы дома в семье там, и так далее, а на работе вы другой. Вы должны быть вот прям обособленной единицей и так далее. Это кардинальное отличие от того, как принято это в России. Мы везде одинаковые. Мы совершенно одинаковые. Мы абсолютно одинаковые. Мы раздвоением личности страдать просто права не имеем. И вот эта целостность позволяет нам не путаться в показаниях. Как это связано с вопросом? Прежде чем говорить о воспитании спортсмена, надо говорить о воспитании гражданина. Спортсмен, он имеет гражданство России? Паспорт у него точно есть? Аллилуйя! Он обязан быть гражданином России. И тут мы выясняем, что нам запрещено иметь идеологию по Конституции 93-го года. Вот не больше, не меньше. Как, то есть, иметь идеологию нельзя? Да вот никак нельзя. И вот, когда мы говорим о воспитании, то, что было патриотическим воспитанием в Советском Союзе, ну, по мне понятно, что я в курсе, что это, да? Я застал. Есть люди взрослые, которые тоже это застали. И когда мы четко понимали, что, как, где и когда. Причем это была ясность на уровне конвенционного понимания. То есть мне не нужно было вспоминать, что по этому поводу первоисточники написали. Мне не нужно было нырять в какие-то руководящие документы. Все было и так понятно. Сейчас у нас полный вакуум разночтения. Почему это произошло? Я не хочу заниматься критикой. Я всегда говорю, если наши враги побеждают, это мы проигрываем. Это мы что-то не сделали. Тем более мы люди старшие, которые понимают, что молодежь остро нуждается в неком примере, настоящем. Когда человек говорит то, что думает, делает, как сказал, и идет до конца в своих убеждениях, решениях и поступках, оставаясь прозрачным, точным, ясным, четким. И когда ты видишь, что, оказывается, существует какой-то вид жизни под названием спортсмен профессиональный, который, по идее, является неким кумиром молодежи, ну, так устроен этот мир. И при этом выдает такое, что лучше, да, блин, не знаю. Лучше бы он в Шахтер пошел. Все эти выражения, там, все эти фразы и так далее, переполнены там, Инстаграм и Ютуб, и все, что хочешь. Ему удивляются, ну как же так? Такой приятный парень дает. Да он просто не воспитан как гражданин. Потому что он яркий показатель, просто это человек, которого выдернули под софит и камеру навели. Ничем он особенно другим не отличается. То, что он платит, при этом получает какие-то миллионы, ну так вышло просто. Поэтому и внимание к нему такое. Любого другого на улице поймай и задай такой же самый вопрос. Что вы по этому поводу думаете? Да то же самое. Мы проигрываем. Мы, взрослые, часто даже пожилые люди, которые не находят сил в себе, не находят возможных. Потом объясню, кто это, лучше не спрашивать. Так вот, еще раз говорю, что выходит так. 140 с лишним миллионов человек не озаботились о том, что думают их дети. Соответственно, не заботились о том, куда идет их страна. И мы находим каких-то виноватых, которые деятельно занимаются собственным бизнесом, гешефтом, что-то пошло. Мы хлопаем глазами и говорим, какие они, ты понимаешь, вот они не правы. Они как-то к нам не очень. Так а если вас не видать, как вам можно быть очень?
Поэтому спортсмен как таковой – это всего лишь фрагментарная часть педагогической деятельности. Если мы не озаботимся, грубо говоря, пониманием патриотического воспитания, патрум, отечества, когда мы есть живая связь с отцами нашими, которые передали нам тот тяжелый крест, который они несли с момента крещения Руси и Куликовской битвы, когда зародилась нация российская. Ведь недаром же говорят, что кривичи из Боряне и из Кабари пришли на поле Куликова, а вышли с них русские люди. 300 лет понадобилось, чтобы вот эта объединительная идея не позволила резать одной деревеньке другую и воровать там коров, например, что было при язычестве. И мы как-то все это утеряли. Более того скажу, была ли какая-то вот у нас религиозность, скажем так, в ярчайшие годы Советского Союза? Конечно, не было. Но что тогда было? Объединяющая идея вот этой социальной группы «Советские люди». Понимание того, что мы движемся к какой-то стратегически безупречной цели. Кто мне сейчас хотя бы двумя словами расскажет, что такое стратегия развития нации образца 2018 года? Мы, собственно, куда идем? Да мы сидим в окно и ждем. Интересно, а через сколько мы рухнем сейчас? Интересно, вот рубль упадет к Новому году? Нет, к Новому году не упадет. Ну что людей-то расстраивает? Он упадет после Нового года. Ну логика такая. Простите, а что мы в этот момент делаем, чтобы это не произошло? Ну, кроме того, что мы умные. А, мы в Ютубе смотрим, и очередной какой-то там дядька, по всему, видать, умница, он сидит и рассказывает, какие негодяи тут, тут, тут и тут. Да, негодяи. Знаете, почему не там? Да потому что нас там нет. Это же очень просто. Нас нигде нет. И мне говорят, интересно, вот, Андрей Николаевич, вас в итоге под КамАЗ засунут или пристрелят? Я говорю, да по руках человек, на самом деле, вы за меня не переживайте. Ну уж как-нибудь разберемся, куда мне девать. Вы что за меня переживаете? А, вы типа умные. А мне кажется, вы просто трус. А я говорю, ну я не знаю. А вы знаете, даже удивительную вещь не пойму. Вот я же вот всю свою жизнь, что-то как-то у меня так мотает. Там, где, в общем-то, люди не очень выживают. И я честно скажу, вот прям даже лукавить не буду. Вот даже и не совру. Все равно вот страх смерти, он всегда есть. Даже если ты там пытаешься его там преодолеть, что-то там делаешь. И вдруг, ну, перешагнув какие-то условия, 50-летний там рубеж какой-то, в очередной раз в командировке, я поймал себя на мысли, что уже не страшно. Потому что сидишь и думаешь. Ну ведь все же по милости Божией, ну как бы, ну как без него, да? А если за все то, что я накосячил там в своей жизни, мне нужно искупить это каким-то таким образом, то, наверное, это возможно даже единственный шанс у человека обрести Царствие Небесное другого не будет. А поэтому что там так? К тому же, у меня же оружие было. Ну попробуйте. Сейчас я попробую. И узнаете, какая-то такая прям штука у меня такая образовалась внутренняя. И настолько мне стало как-то радостно и счастливо. Я думаю, вот же что я искал-то всю свою жизнь. Вот оно объяснение, вот как должен себя чувствовать русский человек. Что если даже что-то и случится, то, наверное, ну то какой-то промысел Божий. А если ты еще и умеешь, нет-нет, да и укусить, плюнуть, пинануть, а то и стрельнуть в ответ врагам на все их злопыхание, то вообще хорошо. Прям по-людски, как-то так. Вот что я думаю про наше воспитание спортсменов. Господи, прости. Спортсменов. А вот уже ударил ногу. Здравствуйте, Андрей Николаевич, меня Олег зовут. Вопрос такой. С вашим жизненным опытом вас, наверное, тяжело чем-то удивить. А все, что пережили за всю жизнь, наверное, тяжело чем-то уж так уж сильно огорчить. Но тем не менее, что в последнее время прям вот до глубины души удивило? Я тоже так думал. А потом однажды открываю, значит, какой-то дебил присылает, я по-другому назвать, присылает мне ссылку на какую-то. Я такой думаю, интересно, что это такое? Нажимаю, а там что-то жаба такая. Значит, я такой худенький, голова явно моя. И, значит, какой-то негр пытается меня, значит, изнасиловать сзади. Я так удивился вообще. Я думаю, ну я все видел в своей жизни. Ну думаю, ну такого. Ну думаю, а потом думаю, стой, секундочку, а я же в тюнинге. Я говорю, а наколочков-то нет. Уже я не прикол. Ну, похудел Кочергин, например, да? Нет, не похудел. Тюнинга нет, не я. Ну это криво на самом деле было.
И вот, вот эта вот злоба мира, которая сегодня вот как-то она такая булькает, процветает, я думал, я знаю все. Но смеешь-то по себе. И всегда удивляешься, что нет, я уже, к сожалению, что-то так морально устарел. Потому что вот, вот, вот все. Ну, я мог поверить, что могут ходить гомосексуалисты по Марсовому полю и размахивать флагами. Я в это поверить мог? Нет. Я, вот мне скажи, я скажу, ну хорош, ну перестань, ну не балуйтесь, ну не может этого быть. Может. Я их два раза благополучно оттуда убрал. Кстати говоря, наверное, самое радостное звание, которое у меня есть, это самый главный враг ЛГБТ в России. И они, значит, на своем, мне прислали скриншот, значит, на своем закрытом, значит, сайте, вот обсуждали. С ним надо что-то делать с этим лысым. Значит, надо взять несколько боевых гомосексуалистов, организовать вылазку и отдубасить его. А, ну или там что-нибудь даже больше. И тут такой контраргумент такой, ага, а если не получится? Спрашивают, не боевой гомосексуалист. И вот они начали сомневаться, как-то вот надо с этим быть. Ну, в общем, они, в общем, решили пока не быть, подождаться, может быть, оно как-то само все решится сам. Вот. Я так, я еще, в общем, на суды на всех хожу, там не ленюсь, там, значит, все такое. И я почему-то делаю, стараюсь, не как это делают какие-то там неофашисты там, или радикалы, а стреляют, значит, из рогатки. Я не буду называть фамилию депутата одного, он значит, экскрементами в них кидался, значит, и так далее. А я вот думаю, интересно, у тебя руки пахнут или нет? Нет, очень волнует. А я думаю, неправильно. Они же себя демонстрируют. Значит, они думают, что они увлекательные. Вот они типа прикольные, да? Гей же, это же по-английски веселый. То они веселые. А я грустный. Ну, русский при этом. И я вообще, позиция у меня была очень простая. Я говорю, они демонстрируют в количестве 7 человек, что такое быть гомосексуалистом. А я вот в количестве 400 человек построил их в каре. И мы взяли и запели, ну, как люди православные. Вот песнопение. Тут же батюшка прибежал, сергий, маленький, хороший. И он такой встал, значит, поет. Я говорю, батюшка, а ты что здесь? Он говорит, я почитал, что ты, говорит, сражаешься. Я говорю, тебе это помощь. Певчи прибежали, лохматый такой регин. Он такой, бэм, эту штуку такой послушал. И запели, короче говоря. Я смотрю, ОМОНовцы, у них маски такие. И они поют там, веруют. А я стою, у меня расущипит, у меня слезы текут. Я говорю, Господи, слава Богу, извините за выражение, мужик, не скажу. Вот если бы не пидорасы, когда мы еще помолились, Господи. Слава Богу, хоть было с кем собраться-то, говорю. Из-за чего собраться? Ну что же мы по радостным поводам не собираемся? Ну неужели, говорю, нет повода, чтобы нам собраться? Нам обязательно гомиков подавай, чтобы мы пришли, набычились и говорили, такое, отнюдь там что-нибудь такое. Вот такая веселая история. А дальше что в конце было? Я сейчас ухожу, такой, думаю, все вроде, все получилось. Иду, а сзади меня полковник мент такой, Николаевич, Николаевич. Я думаю, Господи, Николаевич, я? Что? Он, да я говорю, ты не говоришь, что зверь. Но я не ждал, что такое. А самый первый был. Я много езжу, и у меня такой стоит, значит, фарфоровый, нет, керамический, наверное, сапог. И в нем мелочь всякая там, японская там, какие-то иены, центы, евро там, фиг поймешь, ну мелочь. И их девать особенно некуда, и выкидывать жалко, ну же деньги все-таки. Я думаю, стоп, серебряники. Я беру пакет салфановый такой, значит, я тебе книжку передал? Передайте вот товарищу книжку. Я, значит, взял пакет салфановый и это, все, кого поцеловал, знаю, говорю, первый шлем, доставайте, ну набирай. Я говорю, а что это, сейчас расскажу. Раз по карману. Я говорю, по моей команде, значит, что говорю, то и делайте, с деньгами. Они такие, хорошо. Ну, мы там, ну, лозунги, мы там попели. Я говорю, а теперь, я говорю, по иудам земли русской, 30 серебряниками. По появляющимся и движущимся целям, огонь! И этими деньгами, они же больно, они больно скажите. Я одному ОМОНовцу прямо в морду, а у него маска, слава Богу. Я такой, что, извините, извините. Он говорит, да ладно уже, потерплю. И так смешно было. И там этими деньгами, ой, как было прикольно. Я думаю, ну вот скандали вечерок. Но нас, тут надо вот подходить креативно ко всему. Я думаю, я столько думать деньги собирал. Ну, они не собрали, а что, они такие же видят, что тут деньги еще. А нет, нет, вот дядьку сегодня все, на самом деле, вот дядька просил сильно. Вы сегодня сказали слова, что жить нужно дома. И хотел бы узнать, где границы вашего дома, человека, который родился в Советском Союзе? Нет, ничего проще. И может быть дом, где семья и куда кинул рюкзак, или для вас это... Нет, ничего проще. Говорят, должна быть любовь к родине? Нет, она, ну, по-простому спрашиваю, должна быть любовь к родине? Ну должна или нет? Да. Но все знают, в книгах читают. Чего вы мучаете? Чердин хитрый скажет, что нет. Что такое родина для меня? Вот есть мамин дом, я в нем родился. В ней комната, где живет моя мама.
И в этой комнате пахнет моей мамой. Ну вот как пахнет мама. Там жареной картошкой, там, я не знаю, там, какими-то штуками там. Ну, что, у нее есть духи какие-то фиалки дурацкие. Вот, ребята, вот, а окей, представьте на секундочку, что какая-то скотина ногой открывает дверь и заходит в эту комнату. То есть я рядом окажусь. Она. Вот она, эта родина. И я думаю, а чтобы, значит, враг максимально далеко от этого дома был, значит, вот есть граница, да, этой страны. Потому что ты не хочешь, если чтобы в эту комнату кто-то зашел, начинай с подступа. Поэтому все, что вокруг этого эпицентра, вот у меня центр, мамина комната. И вокруг нее целая страна. И она моя. И я к ней отношусь как бы к собственному огороду. Не в плане, что я такой молодец, думаю, сколько я тут капусты соберу. А не надо сюда лезть. Вот не надо. И когда люди, власть имущие, вдруг говорят, что да ничего такого вроде бы страшного-то нет, мне так это оскорбляет. Но все равно, что кто-то все-таки валился с грязными ногами в мамину комнату. Моя родина — это мамина комната. Огромная мамина комната. И в ней пахнет моим мамой. Если вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому никаких призывов не нужно для меня. Случись чего, ребят, нет ничего более замечательного, тем более еще раз я объяснил по грехам моим, чем с оружием в руках оказаться там, где эту мамину комнату храняют, защищают, там, берегут. Все такое. Держи. Андрей Николаевич, вопрос по анализу техники нарывного боя. Почему именно нож и в какой момент вот было навеяно, это было во время службы армии, пришло понимание того, что это нужно, или уже во время спортивной деятельности? Или денег решил забыть, ясно понял. Нет, или это уже потом в дальнейшем и перенеслось на армию? В 1989 году я служил в городе Герой Кронштадте, а у нас, соответственно, существует разведывательное разделение. Полков. Его возглавляют, ну, вот еще живые ребята, то есть они практически люди, но все живые. До сих пор, почему я знаю, потому что вот мне было 45 лет, я собирал всех однополчан, они приехали, они здоровые, как кони, стали такие толстые, такие смешные. И мы, исходя из того, что боевая подготовка трактовалась очень по-разному и странно, а меня она крайне волновала, я с ним занимался. До момента, правда, когда однажды мы, значит, жиганули, выходные в субботу, воскресенье. А в понедельник у нас построение, соответственно. Командир полка выходит, смотрит на разведроту, видит, что они все в синяках, и он говорит самое странное, что я слышал. Он говорит, прекрати пьянство на разведроте. Что вы устроили? Почему все морды забитые? Ну, то есть у офицера в голове. Синяки нажрались, передрались. То есть поверить, что это собственное желание на трезвую голову спасти, у него голову не приходило. И вот, я тогда, а рядом стоял разведбат, и я увидел, как один кореец этнический, что-то показывал ножом. А исходя из того, что я как бы уже примерно представлял, как строятся, скажем так, двигатели, схемы, системы, я говорю, нет, он делает неправильно. Ну, мне беда одна, я как настоящий сумасшедший, все пытаюсь тюнинговать. Ну, до такой степени, что смотрю, например, на золотые швейцарские часы, не, неправильно, вот здесь вот, вот здесь я сделал, слава Богу, несусь я хоть сюда. Все остальное пытаюсь переделать сразу. То есть во все куда влезает. Я думаю, мне неправильно делать, надо вот по-другому, потому что вот, двигатель это неверно. Надо заниматься управлением дистанцией. А каким же было мое удивление, когда, завершив, по сути дела, создание технического базиса, оформив правила, я натыкаюсь на правила кендо, которые я к тому времени не читал, клянусь, не читал, не знал никогда. Ну, например. У нас оценка за техническое действие дается только тогда, когда спортсмен инициирует сближение, то есть сокращает дистанцию с противником, проводит амплитудное, технически верное, мощное движение и выходит из зоны поражения. То есть не провоцируя взаимную атаку, взаимный суицид, по сути дела. Потому что я всем опять между только заезжим лезть. Сражаются два веселых парня, не расходясь. Один умирает через 20 минут, второй через 2 часа. Победил тот, который через 2 часа, потому что он умер позже. Так вот, чтобы этого не происходило, значит, нужно сократить дистанцию, провести техническое действие, выйти из нее. Это абсолютное условие для оценки кендо. Вот прям вот этой фразой. Оно мне было записано в 1997 году. Я реально не знал об этом. Более того,
Есть у меня брат, зовут его Хацуова Яма, это Канчо, один из старейших президентов Федерации Кикушин. Я ему показываю, значит, это кино. Он говорит: так это что-то дзюцу. Я говорю: ну, надеюсь, да. Он: а где ты это взял? Я говорю: да это придумал. Он такой: нет, все правильно. Я говорю: я знаю, знаю. Он: я тебе объясню, почему правильно. Например, оружие, продолжение, плечи. Да, я знаю, говорит, да, это так. Он говорит: вот, и кем хисацу? Да. Он: ты где взял-то это? В Японии этого нет. Я говорю: ну я же тебе говорю, придумал. Он до победы, мне кажется, не верил, что я это взял с пальцем. А что там мудрить? Я еще не то придумал, ничего. И вышло так, что однажды, создав систему применения боевого ножа, понимая, что существует ряд военных специальностей, ну такие разведчики, десантники, диверсанты, боевые пловцы, которые в силу специфики жанра не помешают еще один элемент выполнения боевой задачи. К тому же, опять же, я вот сейчас занимаюсь не больше, не меньше, ну, потому что я как бы всегда, то есть упасть, конечно, к сворону. Я сейчас занимаюсь тем, что я готовлю изменения боевой подготовки вооруженных сил. Моя докторская диссертация будет посвящена ровно этому. Вот не больше, не меньше. То есть перед вами сидит вот идеалист, который считает, что в одну харю можно изменить вот то, что удается, например, для подготовки военнослужащих в российской армии. Вот не больше, не меньше. Я уверен, что я это сделал. Ну, по крайней мере, я создам документ, который как бы доказано будет изменять положение вещей. А то получается так, что курсантика тратит государственные деньги, 5 лет тренирует, учит, обучают в военном училище, а он потом приходит в часть, ему говорят: дружок, все забудь, сейчас покажем, как это настоящим образом делается. И он переучивается. А смысл тратить деньги было. И мы хотим это все исправить. Кстати говоря, в десантном училище, благодаря моему товарищу, моему другу, брату и всему остальному, генералу Концевому, в течение 5 лет, мы эту позицию как бы меняли, и безуспешно на самом деле. Мне было радостно, когда мы слышали отзывы командиров частей, пришли молодые лейтенанты, сказали: вот это звери, из чего вы делаете, что происходит? То есть откуда столько энтузиазма, откуда столько умения, обращения, скажем так, с огнестрельным оружием, с ножом, с рукопашным боем, понимание, зачем он нужен. Вообще, на самом деле, я скажу так, рукопашный бой, конечно же, никак не сопоставим, скажем, с применением огнестрельного оружия. Но тот самый случай, когда лучше уметь не пользоваться, чем не уметь и не пользоваться, потому что не умеешь. Вот такая история. И получилось так, что, смотрите, еще раз я вам парадигму рисую. Мы сначала придумали систему боевой подготовки, а потом не могли понять, а как проверить, готов человек или нет. Ну, то есть, да, он умеет там колоть, резать, там, умеет выполнять какие-то задачи там, типичные, которые, скажем, в симметричном поединке они как бы не нужны. Но психологическая готовность к выполнению боевой задачи, отсутствие страха перед болью, перед симметричным, скажем так, применением оружия, оно возможно только в спортивном поединке. Мы подумали: подожди, это же можно и спорт военно-прикладной сделать. Ну, мы его, собственно, и сделали. Почему он называется танто-дзюцу? Потому что движок поставлен карате. Я всегда все делаю одинаково. То есть смысл нет, меняется. Я и назвал это танто-дзюцу. Не потому что там хотел себя приобщить к славной прогулке японских мастеров, которых я же называю ленивыми, потому что, в общем, что мне врать, я же ничего не выберу. Я просто взял руку в правую, вложил нож и продолжал работать именно так. И получилось, и лаконично, и выверено, потому что опиралось на базис. Держи. Я тебе дал ключи? Да. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: какое место в вашей внутренней идеологической системе занимают не русские, не православные, ну а ленивыми те же? Спасибо. Вот удивительная вещь. Часто мы сталкиваемся с ситуацией, что когда люди говорят: а вот они православные, а нет, секундочку, вот тогда пускай они там и остаются, потому что мы, например, мусульмане. Единственное вероисповедание, которое не ставит границ с инославными и иноверными. То есть любой человек, встреченный нами на нашем жизненном пути, вне зависимости, даже если это проклятый там воинствующий атеист, который там ненавидит меня лютой ненавистью, он вызывает у меня, вызывает, если я человек целостный, если я действительно верю в то, что я говорю, он вызывает у меня радость от того, что Господь чему-то меня сейчас пытается научить. Семён Афонский все время говорил:
любой, обратите внимание, любой человек, встреченный вами, пришел для исцеления немощи вашей. Враги пришли научить вас побеждать, люди вас любящие, научить вас любви, презирающие, обманывающие вас, научить тому, как вы никогда не поступите. Никогда не поступите. Да не уподобитесь, называется. И мы, вот я недавно, у меня был целый диспут, человек говорит, вот вы говорите, надо молиться на врагов. А с чего я за него молиться-то буду? С чего? Да он вот и начинает рассказывать, какой там негодяй человек какой-то, которого я глаза никогда не видел, не знаю, кому он говорит. Я говорю, вы почему меня не понимаете? Когда я молюсь за кого-то, я поручаю его судьбу в руки Создателя. Ну как я в это верю. Причем я не особенно настаиваю на этом, я правда верю. И получается так, что я не сам меняю судьбу этого человека, либо положение вещей, а полагаюсь на промысел Божий, который гораздо более мощное оружие, чем я сам вместе взятый, со всеми моими там, я не знаю, возможностями. И выходит так, что мы не можем изменить очень много. И когда мы этого не можем, то поручаем эту судьбу и нашу, и людей окружающих, в единственный возможный инструментарий, который и есть судьба. И когда люди, например, начинают там, в отместку там, не поминать, например, патриарха там, или еще что-то такое, я могу не соглашаться с очень многими вещами, которые он делает. Я молюсь за него каждый день. Я вам вот, я категорически это говорю. Хотя бы потому, что мне очень страшно, что человек на такой высоте, скажем, возможности, может ошибиться, потому что за него не молились. И я не готов взять на себя этот грех. Я молюсь за него. Это то, что он делает в полной мере. Ну, так мягко говоря. И здесь вопрос. Есть в Новом Завете хоть одно место, которое призывает к отторжению, к ненависти, к отчуждению? Нет, не существует. Более того, для Эллина и Иудея, для всех, для края земли. И получается так, что мы открыты, а все те самые общечеловеческие ценности, как их называют гуманисты, это слепок закона Божьего. Не укради, не убей, не воруй, там, не знаю, не прелюбодействуй. Это они вдруг стали общечеловеческими, и вдруг потерялся первоисточник, и сказали, да нет, так это же и так все понятно. Вот же оно как должно быть. Я говорю, да, конечно. А теперь сравните, говорю, совесть каннибала из Центральной Африки. Ну или, скажем там, схимника Сафона. И там совесть, и здесь совесть. И тут дар Божий, и тут дар Божий. У обоих. Ну что один сделал с ним, что другой. Поэтому, когда мы, например, говорим, ну вот сейчас, ну не знаю, в курсе или нет, 15 декабря мы проводим учредительный съезд консервативной партии России в городе Екатеринбурге, и вдруг какой-то парень из Воронежа говорит, а, так вы православные? Нет, мне сами курки, я не готов. Я говорю, ну дело твое, даже говорить не буду, слава Богу, что ушел. Потому что если с такой легкостью ты приходишь и уходишь, то нам с тобой точно не на пути. Мы это выставим, все делаем. То есть мне очень тяжело до сюда остается, ну, в силу многих причин. Но только скажи мне, пожалуйста, а чем тебе православные угодили? Ну хоть в чем-то. Ну хоть в чем-то. Потому что еще раз говорю, когда это как знаете, как тест на внутреннюю состоятельность духовную. Вот если человек мусульманин, но при этом он с уважением относится к тем, кто по его мнению, хотя бы его мнению, поклоняется пророку Исе и Мариам. Причем мы поклоняемся Иисусу, как Сыну Божьему, и понимаем его частью нераздельной, ненасущной Троицы. А Мариам мы поклоняемся почитательным, как поклоняемся Отцу и Матери. И просим ее молиться с нами Богу, чтобы донесла то, что она находится, максимальное приближение к Христу. И я знаю мусульман, которые с уважением к нам относятся. И это люди, которые более чем неинтересны и для меня важны. Я знаю атеистов, которые говорят, я не верю. Ну, не вижу ничего страшного в том, что ты несешь себе. Единственное, ну, может быть, здесь понятно, что у нас некая субъектная категория. Я уж совсем не мракобес, несмотря на свою убежденность.
Потому что не так про проповедь идет. Не высмеиванием людей наверных, инославных, и восхищением собой. Потому что это гордыня в чистом виде. Если хочешь проповедовать, живи так, чтобы спросили кто-то. Иного пути нет. Если спросят, во что ты веришь, ответь. Но если спросят, а дергать за полу или там вставать на табуреточку и стоять посреди Невского и вещать скоро Армагеддон, быстро к нам в сектор, ну, я думаю, что это не очень верно с нашей стороны. Пинками в рай не загнать. Хороший вопрос, держите книжку. Спасибо. Добрый вечер. У меня вопрос по преамбуле ваших первых книг «Абсолютно беспощадность к самому себе». Отличная преамбула, очень много раз вывозила в разных аспектах – бизнес, спорт, жизнь. Но в какой-то момент может уже следующего раза и не настать, если как бы перегнуть, начиная от нервного срыва, травм психических, физических, может закончиться как бы это свет в конце тоннеля и погасть. А хотелось бы как бы продолжать и продолжать. Поэтому вопрос. Где-то 10 лет назад как раз я впервые это у вас прочитал. Сейчас этот лозунг как-то модернизируется с большей экологией или нет? Спасибо. Неудобно вам говорить, не расстраивайтесь. Вы все сдохнете. Все до одного. Да. Вот прям сдохнете. Причем вот не верьте, что вы уснули и не проснетесь. У вас ключик будет, вот поверьте. Это у нормальных людей все хорошо происходит. У вас всех будет ключик. И будем думать, почему же мне это все? Да потому, что по-другому-то не оправдать. По-другому-то не искупить. Поэтому, когда это произойдет, а что, реально есть разница? Ну прям, нет, секундочку, у меня план. Ну давайте расслышите небеса своим планом. Когда мне говорят, а вот что ты будешь делать через полгода? Мне реально озноб охватывает. Да подожди, у меня еще пара командировок, да, как раз. Подожди с этими полугодиями. Подожди, на меня не рассчитай. Бог его знает, что там произойдет. Аккуратнее со мной в этом смысле. Я, ребят, не просто убедился в том, что это правда, а вся моя жизнь и все то, что меня окружает, подтверждает. Я не знаю, в зале ли сейчас человек, которого я очень люблю и уважаю. А я недавно его встретил, ну, я надеюсь, он меня сейчас слышит. Я не буду говорить, кто это. Он один из очень влиятельных людей в России, я думаю. Возглавляет очень серьезную организацию, крайне серьезную, крайне закрытую. Я чуть долго с ним как-то не связывался, я ему звоню, а он мне отвечает тихим голосом, прям тихим. Он говорит, да, Антон Николаевич, да. Ну, подъезжай, думаю, совещание. Думаю, странно, я раньше рявкал так, что резко стоял. Я подъезжаю, а он такой, он всегда был такой Андрюха Кочергин такой. Такой шеи нет, такой вот так, кулаки вот такие вот. Ну и там двоякая в задницу, короче, все такое. А тут я смотрю, там минус 20. Я говорю, опа, вот это ничего себе диета-то какая. Он говорит, да врагу не пожелаешь. Некроз поджелудочной железы, 12 дней в реанимации. Давление 70-50. Подбегали за ногу друга, говорит, готов? Нет, да нет еще шевелиться. Так это ему там военно-медицинское. А он говорит, я тебе спасибо хочу сказать. Я говорю, господи, прости, за что? Первый, говорю, обиделся на тебя, почему ты не звонишь мне, почему ты не звонишь? Вот ты себе крякнул бы, например. Ну, мог. Чего ты вот не позвонил, конечно, ну, хоть руку подержать напоследок. Или еще чего? Ну, мир не заслужил. Он говорит, не, не могу. Ты же ко мне, генерал-лейтенант, генерал-полковник, бедный. А мне врач спрашивает, а вы кто? Он говорит, я военный пенсионер, это я почитал. Они-то что бегают? А я на секунду представляю, и Кочергин прибежит. Это вообще все, я вообще не знаю, кто это. Если еще вот эта лысая бородатая прибежит, ну так, пошутили, конечно. А он говорит, я лежал, а кто знает, что такое поджелудочное, это очень больно. Это очень больно. Все равно, что вы проглотили паяльник. Он у вас горит внутри. Но при этом все механизмы тут же дают сбой. И, в общем, самое неприятное, это суицидальное настроение при поджелудочном. Ты просто понимаешь, что умираешь. Ну прям умираешь и все. Некроз поджелудочной железы, как правило, 3 дня и тут. Поверьте мне, у любого врача, он скажет. Они его вытащили. И он говорит своему медику, который унес отделение медицинское, а ну-ка метнулся ко мне в этот самый кабинет и принес 2 книжки. Мужик с топором, и вот это вот то, что я вам сейчас раздал, как закалялась сталь. Я бы начал их читать. Я даже говорить не очень надо. А врач мне говорит, вам сидеть нельзя,
А выходить нельзя. А я ему говорю, сел, собака, встал, пошел в туалет сам, никаких там утр. Он говорит, да я не сидел, я стоял. Да и не тебе, а себе. И он ему говорит, вам сидеть месяца через три, вам на работу через полгода. Он говорит, а я через месяц уже на работе. Знаешь почему? А я прочитал и понял, да пошли все. И пошел. Как я могу относиться вот к этим словам иначе, когда перед моими глазами стоит человек, которого я прям вот искренне люблю, потому что он есть. И он во многом, как бы, для меня больше, чем я сам. Потому что я-то себе могу и ошибиться, и наврать. А когда я вижу столь тяжелого человека, которого в чем-то убедить-то невозможно, по всему профессии, и когда он вдруг вот так относится к моей почкотне, ну, для меня это более чем показатель. Вот почему абсолютно беспощадность себе, это, наверное, самое важное, чего я нашел на этой планете. Ну и, собственно говоря, так не особенно. И парюсь такой другому. Пример приведу, чтобы уже голословно не был. У меня с ногой беда. Я часто тут думаю, кармал как-то не просто. Я пару лет назад сжиганул полумарафон, ну практически нас по летовщику сажал, по бетону, и убил колено. Оно побаливало, побаливало, а потом в десантном училище я опять начал бегать. И кончал, потому что, ну, еще не важно почему. Бегать не могу, а 40 лет... Да, кстати, знаете что? Поздравьте меня. Завтра будет 40 лет, как я занимаюсь каратэ. 7 декабря 78 года. И вот эти 40 лет, я как-то так, не знаю, как мне так везло, я постоянно занимался, то есть всегда. И у меня никаких проблем не было. Скажи мне, что у меня там будет давление, например, да я в лицо похохотал. Какое давление, что смеяться, что это? Инвалид, что ли? Не, я забавный, конечно, но не скажу, что я спортсмен, конечно. Но я точно спортсмен. И вдруг я понимаю, что у меня депрессия, и мне, я ночами не сплю уже, и как-то долго, и голова болит, и все такое. И со мной все очень плохо. И однажды человек один говорит, а что у тебя? Я говорю, да мне, видишь, у меня полчерепа нет. 7 раз только в клиниках лежал с этой головой. Странно было, чтобы он не болел. Он говорит, практически подозрел. Кстати, не история, но давление имею, да? 125 на 80, ну хороший, он говорит, поверь. 159 на 95 не хочешь? И давно у тебя это? Я говорю, я вообще впервые не сделал. Я не мерил его никогда. Я думаю, знаете, о чем речь? Мне бы сейчас понять, что мне надо отдохнуть, и все врачи, которых я вот сейчас спрошу, что мне надо делать? Отдохнуть. Я бегать начал. Вот поверьте, сейчас я бегаю как Паниковский, 7 км/ч на дорожке. Я буду дальше бегать. Я, может быть, убью колено это, может быть, с ним что-то произойдет такое. Но я не позволю какому-то колену мной управлять. И болячки пытаются загнать в какие-то прокрустово ложа их ограничения моей жизни. Я буду всегда тем, кем я есть. Я молодой, веселый парень. Я набрал за это время что-то около 20 килограмм. Поверьте, я похудею. Не для того, чтобы быть симпатями, а потому что мне это мешает. Потому что из этих килограмм, видимо, и давление подскочило. Ну, что-то не осталось. То есть химия процесса мне не ясна, благо я еще ученый слегка. Я похудею, потому что я был 92 килограмма, чувствовал себя отлично. Я также перенес перелом позвоночника на ногах. Есть люди, которые видели, знали об этом. И когда я пришел в Лобредена, а у меня после Японии, я там подрался с Фузией Юске, он готовился абсолютно чемпионат Японии, а я приехал с переломом, но я не знал, что перелом, специально не интересовался, чтобы не расстраиваться. Вот. Спина болит, да и болит. Но она попросили, надо помочь, так помочь. Ну, я с ним и подрался, чего нет. Ну, тренировку всю боевую. У меня как-то голова перестала опускаться. Говорю, ботинки, не могу на ботинки посмотреть. Мне там шнурки завязаны. Я вам вреден, мне делают снимок, проверяют. Сидит врач, я хирург. Говорю, а что тут такого? Перелом пол 6-го или 7-го позвонка. 3 месяца примерно, срастается. Что-то не надо. Что колите, где лежали? Что нужно? Я говорю, ничего не колол, нигде не лежал. У меня голова не опускается, меня интересует, я тут подрался, говорю, там, вот, и как-то надо мне, чтобы штанки. Он говорит, что ты делал? Я говорю, ну я драться ездил, не помню. Он говорит, смотри, вот с этой спиной. Я говорю, да. А человек говорит, гуманоид, я тебе говорю, что гуманоид. Я говорю, приведу, говорит, ненормальный совершенно дебил, совершеннейший дебил. Ребята, вылечил, вот так вылечил. Я не пример для подражания, это все чрезмерности, они чрезмерности, я весь чрезмерный. Я сам себе надоел, поверьте, не могу, я от себя устаю. Я даже понимаю людей, с которыми нельзя. Мне даже приглашают на работу, да, например, у меня товарищ есть, он говорит, на Рублевке, вот тебе кабинет, вот секретарша, и ты зам генерального, вот дом тебе в ландшафте.
Я говорю, вы не понимаете, мне нельзя надолго сажать. Сейчас цветы завянут, девки беременеть перестанут, а вы курить бросите все. То есть со мной нельзя, мне надо фрагментарно привезти, я сейчас все сделаю и уеду. Они говорят, да нет, за ерунда какая-то. А люди говорят, нет, не надо его долго, ну тяжело. Он такой глупый, его так много, воздуха становится мало, он постоянно что-то говорит, что-то делает, у него какой-то привод. Ну, короче говоря, я с пониманием, я знаю, что я такой. Ну, и при этом я не пример. То есть вот не надо мне примеры приводить, да. Но вот это как эта книга, я тут, кстати, написал, что у вас у каждого свой выбор. Вы никогда не научитесь на чужих ошибках. Это ложь. Люди учатся только на своих. Потому что чужие воспринимаются. Да подумаешь, это кривая история. А своя запоминается навсегда. Но тем не менее, для того, чтобы в вашей голове возникли какие-то хотя бы отдаленные и хотя бы косвенные представления об этой жизни, как о нечто ином, отличающемся от вашего представления. Это было написано в этой книге. То есть я четко понимал, что я хотел бы поделиться чем-то важным, драгоучительным. Когда вы понимаете, что мы все смертны, об этом никто не думает. Ну, как-то не принято. Потому что, во-первых, это зябкая мысль, и она на самом деле ничего мне такого вроде бы хорошего нет. Что мы понимаем, что вас предадут все люди, которых вы видите. Так было со всеми всегда. Так, к сожалению, мы и устроены. И надо относиться к этому спокойно и с любовью, и молиться об этих людях до конца своей жизни. Это единственное, что вы можете для них сделать. И это правда, это и дело. Какие-то ученики, которых я там кормил, поил, тащил, вытаскивал, вдруг они, ладно, просто ушли. Они сейчас великие люди, они их показывают в американском телевидении, они звезды, значит, забыв, где они все это взяли. А про меня они рассказывают какие-то гадости, там, ну, странные. А, кстати, я спросил однажды, я не мог понять, что происходит, и понимал, что мне нужен какой-то ответ. Я задаю вопрос, недавно почил Геронда Григорию в Дахиаре. Я говорю, а что я делаю не так? Ну, почему вот у людей возникает желание рассказывать какие-то небылицы про меня, которых не было и так далее? Ну, и зачем они это делают? Я почему, как бы, когда один, да, бог бы с ним, а почему как-то вот такой массив, когда он и говорит, понимаешь, вот, когда вот это все делаешь, вот это вот, баян на разрыв, да, вот это все, и когда ты кидаешься там спасать, кормить, тащить, тренировать, селить, устраивать на работу, еще что-то такое, то есть, как бы поверить, что ты делаешь это бескорыстно, это значит чувствовать себя некоторым образом должным, ну смотри, какой хороший человек. А когда думаешь, нет, он такой хитрый, он что-то задумал. А, так это ясно тогда. Во, козёл, а, чуть не поверил ведь, а? За 5 лет или за 10 лет. Чуть-чуть не поверил. И они начинают отдавать-то нечего, а когда они сами себе говорят, да нет, это просто он такой интригал. Вот он из интриги все это сделал. И все легче на душе. Фу, я никому не должен. Только что был должен, уже нет. Удобно. И я такой думаю, о как. Он говорит, поверь, Андрей, это так. Ровно вот так и есть. Я думаю, наверное, он прав. К тому же он очень промыслительный человек. Он часто совершал вещи, которые меня, собственно, поражали. Когда он, ну представьте, вообще удивительная вещь. Человек был моим духовником, я не буду говорить, это достаточно публичный священник, даже не священник, а игумен. И он едет к святейшему рукополагаться епископом, ни больше, ни меньше. А святейшего его спрашивали, а вот это лысое чудо с бородой, это не ваш ли чадо? Он говорит, ну как, ну да, мы знакомы, там помогает рановому епископу подать. Он ездит, зажигает тут. Вот ему не нравится, вот ему не так. Хотя, собственно сказать, я не знаю, о чем он говорил, потому что еще ни разу я себе не позволял никакой критики, ну потому что считаю это несколько неуместным, неприличным. Потому что даже как бы никак не сопоставимо с моим мироощущением. Особенно то, что касается духовных вопросов и священного начала. Но епископа мы не сделали. А он расстроился, звонит мне и говорит, Андрей Николаевич, а что вы себе позволяете? Я говорю, опа, а что себе позволяете? Он говорит, ну вот, кто вас благословил на эту вашу миссионерскую деятельность? Батюшка, мы с вами знакомы очень много лет. Вы почему меня спрашиваете? Ну вот ответьте. Я говорю, отвечу легко. Старец Серафим Звягин, ну не покойник. Он говорит, да хватит юродствовать уже, что вы тут, покойник, понимаете? Я говорю, батюшка,
при этом разговоре мы с вами остаемся сейчас. Если для вас поход не ставится, это ерунда. Для меня это крайне важное и значительное событие. Действительно, знаменитый старец Серафим Звягин благословил меня в миссионерскую деятельность очень много лет назад, 15 лет. Я эти 15 лет, собственно, я не занимаюсь. Он благословил. Мы расстались. Но рассказ не об этом. Вот он мне все это говорит, и он трубку кладет. Ребята, я не знал, где сердце находится. Я реально не знал никогда. Никогда у меня никаких там, боли, там еще что-то такое. В общем, я не похож на восторженного гимназиста. Ну, совсем не похож. Тут я понимаю, что сейчас просто у меня сейчас оно у меня взорвется. У меня звонок, а на нем какой-то длинный номер такой дурацкий. Я понимаю, что сафоном звонит, они что делают? У них денег-то нет, они берут, позвонят, трубку бросают. А я, соответственно, перезвоню, хитрые такие парни. Я беру, значит, я скидку сбрасываю и набираю, а он меня сбрасывает и снова набирает. Я говорю, ну что за дебилы, Макар? Я, значит, нажимаю, говорю, ну? Он говорит, я сейчас устаться был. Он говорит, иди, позвони Андрею, у него сейчас денег нет, он сейчас уже никому не нужен. То есть у него даже на телефоне их нет. Поэтому ты ему сам позвони и скажи. Вот человек пришел, все, что хотел взять, взял и ушел. И пускай он за этого игумена молится. Я смотрю вот так вот, ну, представьте, вот так вот разговор, да, вот так стоит. Я смотрю, откуда он знает, ну, откуда старец узнает. Ребята, это было вот реально так, Макар живой, он ходит. Это он прям перевел мне то, что мне старец передал. Он что-то там в эгрегоре своем там на расфере нащупал такой, говорит, а, сейчас его игумен бросает, он расстраивается, сейчас подыхать должен, по идее. И денег у него на карточке нет. Ты уж ему звони сам. И он мне звонит. Вот такие вот чудеса. И как мне вот с такими людьми разговаривать? Вот так вот я и живу. Вот в таком вот своем ощущении. А еще сейчас историю расскажу. Я никому не рассказывал. Ну, точнее, я рассказывал, но не широко. Она очень красивая. Мы приезжаем крайний раз в Нью-Йорк. И приехал я, собственно говоря, по поводу. С ним произошла трагическая ситуация. Он был некоторое время запрещен в служении. Ну, я с ним был. И вдруг он мне звонит, а я еще не был еще запрета тогда, он мне звонит, а у него рак четвертой степени. А я очень-очень люблю, он такой проникновенный, такой какой-то восхитительный человек. Прям вот даже он не то, что он там архимандрит, что он монах, там, что он православный. Бывают люди, которых на улице не встретишь. Ну вот не встретишь и все. Когда вот он говорит, его переводят, я понимаю, что это русские слова, я их все до одного знаю. Я никогда не думал, что они могут сложиться в такое предложение, от которого я понимаю, что это самый главный день в моей жизни. Вот он что-то объясняет с такой легкостью, простотой, причем не пытаясь уйти в какую-то величивость, не применяя какие-то вычурные формы церковнославянские или еще какие-то. Он говорит о жизни. Он не упоминая Бога, говорит вдруг о ней так, что ты понимаешь, вот что это такое, вот что такое Бог в моей жизни. И он мне вдруг, значит, пишет, Андрей, срочно приезжай. Я думаю, все, батька помирает. Вот ты больше не меньше. Срочно собирайся, приезжай. Ну, думаю, проститься-то не хочет. Я приезжаю к нему, и он мне начинает исповедоваться. И больше не меньше. Он садится напротив, начинает говорить, Андрей, я вот хотел с тобой поговорить, мне очень важно слышать твое мнение. Наверное, зря я вот начал ездить в Россию, потому что я, собственно, не планировал, я не думал, что он приобретет такую прям форму, такую слишком публичную. Я приехал, умирал один из моих из пастырей человек, он уже был монахом, он умирал на Волане. И он хотел со мной проститься. Я не нашел ничего другого, как купить билет и прилететь с переводчиком. Я прихожу на Волан, значит, игумен на меня смотрит, а ты кто? Он говорит, я монах. Из Америки. А в Америке монахи есть. Ну, получается, что есть. Он говорит, поговорим. И мы с ним разговариваем часто. Он говорит, пойдем-ка с братьями поговоришь. И братья такие начали вопросы задавать, а я им там что-то отвечаю. И сняли его на камеру, я как-то не вижу как-то далеко. Ну камера, да и камера даже. Я не думал, что рекорд приобретет вдруг повальное увлечение Акимом Паром. И на самом деле оно стало искусительным, потому что папа по России есть, но эти семь монахов, они американцы. Они православные, но американцы. У них опять же сердцевина нет. И они взяли и расползлись куда-то там. Ну и, соответственно, понесли себе искушение. Но сейчас я речь не об этом. Мы с ним разговариваем на эту тему, я ему сказал свое мнение по этому поводу. Что вы не понимаете, вы почему деньги? Свое послушание на американское и российское. Если вы оказались в России, наверное, все же по воле Божьей. Ну, я надеюсь, да, если вы молитесь, конечно, причащаетесь, он каждый день это набирает. Он почему живой до сих пор в 4-й степени рак костей? Он каждый день причащается,
5, с 5 до 7 утра. И врачи просто не понимают, что происходит. Живет, 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 живет. Ну, поговорили, что такое. И нам уже уезжать. Я понимаю, что вот не для этого я приехал сюда. Мы садимся в трапезной. Он говорит, а у тебя-то чего? Я говорю, ну вот, партию хочу организовать. И не для того, чтобы там каким-то образом просять. Я понимаю, что должен появиться некий политический инструмент, который должен дать надежду моему народу, который должен формировать стратегические документы, которые надо будет выполнять, который даст понимание, что не все пропало, что мы можем, мы умеем. Если какой-то грузин когда-то смог это сделать, причем неправильно совершенно, то мы, люди православные, находясь в своем доме, русские, почему мы не можем? Чтобы организовать порядок, чтобы была ясность и внятность каждого дня. Но я говорю, сомневаюсь, то есть я человек здравомыслящий, на самом деле, опытный. Ну, в общем, действительно, ведь случайно могут башку прострелить и все что угодно. Но я, то есть, как бы с пониманием, не особенно парюсь. Вот. Опять же, на Кавказе, ну, у меня все-таки там дети, там, все такое, да, расстраиваться не нужно. А вот теперь слушайте, что он ответит. Сидит передо мной, кто его видит, не видел, как его парк. Это такой генный. У него такая белая борода, и он выглядит так, как будто его загримировали. Люди такими не бывают. Вот он, не бывает таких людей, но не бывает и все. Это как фотографии солдат со Второй мировой войны, которые фотографируют, и полное ощущение, что это гример, это свет, это камера, это студия. У них восхитительные лица. Они прекрасны, они титанические. И передо мной сидит титанический старик. Каждая черта как будто вот прям вырезана. И он мне говорит, Андрей, не расстраивайся. Если ты сдохнешь, я уйду через секунду, чтобы уплыть тебя под зад, если ты застрянешь на полдороге. Он мне это сказал, я на него смотрю и понимаю, что он действительно сдохнет. Через секунду, если меня Господь приберет, Он действительно пнет меня под зад, если я где-то застряну. Откуда эти слова в этом человеке? Откуда эта уверенность? Это человек, который звонит моему сыну и говорит, Василий, просит мне, дай телефон Василия. Я даю. Он звонит ему и говорит, Василий, позвони в Китай и кладет трубку. Сидит мой Вася. Какой Китай? При чем тут Китай? А через полчаса к нему приходит смс о том, что хакер в Хайнане снял 2,5 тысячи долларов со счета у него. И расплатился этой картой, ну, то есть воронной, получается, информацией, за отель в Хайнане, в Китае. За полчаса позвонил ему, я тебе пару сказал, Вася, позвони в Китай. Вот что это за человек. Вот какие люди меня окружают. Милостью Божией. И таких людей, которых вот прикоснешься, и возьмешь что-то такое, что не за деньги, не как-то иначе, не взяли. И остается только одно, не рассыпать рук, чтобы хватило только. И ты понимаешь, что какой же такой пластырь мне на грудь-то мою простреленную положил, чтобы из меня там не сыпалось-то то, что лучше никого не видит. И начинаешь жить уже иной меркой, иной системой координат. Я, собственно, писал Таролу для этого, чтобы где-то посмеявшись, где-то ужаснувшись, вы вдруг увидели мир иной, тот, к которому вы, слава Богу, не приближались. И вы, увидев, что я не вру, вдруг поняли, что, возможно, не все так безоблачно в вашей жизни, и она может однажды поставить вас, ну хотя бы относительно туда, где я стоял. Но мне повезло, я как-то выскакивал, когда мы не на себя. Кто сказал, что повезет вам? Ну, вот как-то так. Спасибо большое, Андрей Николаевич. К сожалению, у нас уже время подошло к концу. Надо переходить к автограф-сессии, дорогие друзья. Поэтому больше вопросов взять уже не сможем. Давайте еще раз поблагодарим Андрея Николаевича. Как обычно, пожалуйста, давайте сформируем одну очередь, в рамках которой можно будет подойти и подписать вашу цитатную. Конечно. Я могу дать книжку? Конечно. А можно я потом за нее какой-нибудь? Конечно. Миша, тебе хочу.
Дорогие друзья, давайте сформируем очередь через центр, через проход и вот очередь. Кто еще не успел приобрести книги, книги Андрея Николаевича представлены на выставке у входа в кофейню. Что за бусы на чертине такое? Для чего это он вдруг решил бусы? А что за бусы у вас? Ага! А это, друзья мои, мне подарил Глеб Лузруков. Это бусы мужские из коралла, которому 5 миллионов лет. Это когда Тибет был дном океана, и там сейчас они песок отрывают, а красный коралл сейчас такого размера не бывает. А там вот такие стволы, как дубы. И из них, значит, там продают. А Глеб Музруков, значит, решил меня некоторым образом, каким-то образом таким порадовать и подарил. Они мужские. Поэтому, ну, единственное, что меня ребенок спрашивает: папа, а разве ходят дяди в бусах? Я говорю: молчи, молчи. Папа тот еще шоумен. Кому? Чего? Я вам, да, вы здесь. Ой. Дорогие друзья, нас довольно много, поэтому большая просьба не задерживаться, не отвлекать по возможности автора дополнительными вопросами. И, пожалуйста, заранее готовьте книги, открывайте на той странице, где вы хотели бы получить автограф. А, друзья мои, спасибо вот за понимание. Не так, а вот здесь, вот, чтобы вот это вот, а вот здесь я буду писать, хорошо? Посмотрите внимательно. Вот прямо, чтобы вот здесь, а вот здесь писать буду. Сфотографироваться потом. Сначала все подписываем, потом фотографируемся, хорошо? Чтобы как бы у нас сделать одно дело, а потом другое. Так будет правильно. Аркадий. Усик от усика, да? Мне такое-то просили, это вообще. Я раз в Москве. Нет, подошел, нет, вы напишите ему, с любовью, значит, обнимаю, я говорю, соски загрубили, что-то еще что-то. Не-не-не, напиши, с любовью, обнимаю, буду писать, нет, напиши, мусику от кусика и с любовью. Аркадий, еще раз добрый вечер. Здрасте, здрасте. Ох, какой у вас набор. Смертная классика. Понял, что это. Thank you.
думаете, одну носилите? Да, товарищ. Я понял. Нужно залочку на самом деле. Ага. Кстати, похлопай тебя издательство Крылов, между прочим. Писателем стал ненавидеть свою роспись. Петру закончим, да? Кстати, в Москве в амбаре, это подразделение XMO, вышел новый мужик с топором, говорит, там подарочное какое-то издание, нереально круто. Я там смотрел фотографии, в общем, я как бы автограф, это в смысле делали фотосессию там, и утверждали, что будет, ну прям качество, и люди пишут, ну прям альбом вышел. Так что, если кому-то интересно, у кого еще мужика нет, ну возьмите, 9 тираж уже. Кстати, 9 тиражей. Больше печатал столько Мао Цзэдуна. Следующая книга, кстати, будет называться «Цитатник Мао, но не Цзэдуна». Знаете, как будет сделано? Так же, как мужик с топором, короче, будут собирать все мои высказывания, что наплел за последние там, 5 лет, например, да, и сводить их в один такой бред сумасшедшего, короче, как обычно. Как все время Гоблин написал, говорит, это, мне говорит, книга говорит, очень нравится, потому что написана самым любимым стилем, Акыном. Говорит, что к чему, говорит, раз фраза, другая фраза, и все, налепил, что-то такое. Вот, значит, Крылов сказал, а можно мы ваши возьмем и все эти ваши каракули объединим? Я говорю, давайте объединяйте. Ой, что я? Так что цитатность, ну, не мало. Ой, не задумывай. Спасибо, что пришли.
Да никак. Начал приседать со 150 килограмм. У меня, кстати, даже есть это самое, видео есть. Ну, все говорят, что же делаешь такое, да, забей. И все, то есть у меня все, все произошло. Сейчас, честно говоря, беда была с спиной, мне груди и не было хочется не отказывать. Только сгумеет пальцы все, не сжать. Я посмотрел, что ты хочешь, я понял, что он сменит. Я начал сжать, и все хорошо. И опять все пошло. Все говорят, ну, готовься. Обычно у всех ударников обычная вещь, там, все маются, потому что запястья нет. Я что ли? Я тоже писаться. На правом полугруди. Я думаю, да, там жить, чтобы из нас. Во, видали, как я не видел еще никогда. Да, да, да. Смотри. Слушайте, ну кайфово. Не, ну ведь хорош с собой, скажи, да? Не, классная книга. Не-не, вот, сейчас покажу вообще. Это, значит, для коллекторов. Ждем в ожидании коллекторов. Капец. Сейчас распишусь. Не обманули, слушай, действительно, крутой разговор. А где вы его купили? Здесь. Серьезно? Как сам сотрудник университета? Блин, спасибо большое. Проходит занятие еще или уже пора переезжать? Нет, все, работаем до конца. Все, до конца декабря, да? Даже еще неизвестно, сколько еще. Сейчас у нас вдруг все они прозрели, начали расходиться. Ну, короче, еще работаем. Еще мы выложим еще и все, и все опять засахарится, посмотрим сюда двое. Удивительно. Милостью Божьей. Спасибо большое. Они же демоны, я их святой водой.
Привет. А вот Николай, книжка на нож, скажите, а где там что взять? Грушинского 6. Сам, по-моему, самый дешевый, кстати, за 2000. Стоит полторы. Не потеряйте. Спасибо. Ей там сплавили. Максиму. Максиму. Это Татьяне. Усику от мусика ты сюда? Типа того. Андрей Николаевич, если вы позволите, завтра будет в 9 часов литургия освящения малого предела святого Екатерины Царского собора. Вот, если будет возможность, приглашаем. Ну, если я, что, я тружусь. Ну, что, хорошо. А что такое? Ну, 7 декабря. Ну, исторический родник. Благодарю. Юрий, меня зовут. Все-таки Юрий, да? Чечельницкого, с таким уважением у вас он пишет, Чечельницкий Василий Васильевич. А, да, я его, конечно. Общаетесь с ним, да? Ну, редко сейчас уже, на самом деле. Но чудесный человек. Ну, вот я его почитал, некоторые вещи действительно такое уважение он вызывает. Спасибо вам большое. Какая книжка кайфовая. Люблю, когда вот нечто такое. Нет, ну, действительно, я вот перед этим почитал, в восторге. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи. Кто ты? Человек лысый. Режиссеры поздувались и разбежались. Нет, так фотографироваться люблю, товарищи. Особенно на улице, когда хватают и говорят, а можно селфи? Я говорю, а бурки будут или нет? Все, понахватали книжек сразу. Человек. Ты про это совсем? Да. Марк. Напишу сейчас по-моему. Да. Привет, Спасибо.
С улыбочкой, конечно. Что бы я купил? Еще купил? Нет, я же тебе дам. У меня есть. А еще бы? Процесс идет, пусть идет. А группу можно?
непонятно, за что не сделал? Вахтанг. И показывает, купил за деньги друзьям. Не, держи, показывай, купил. Купил за деньги друзьям, покажи. Есть деньги, у Вахтанга есть деньги. У Вахтанга есть деньги. Купил много. Что? Сосед Марк. Чуть не убежал. У Вахтанга есть деньги. Нет, я вам ничего не говорю. Все. Спасибо огромное. Так, ну все, да. Так, все, решили, разбежались. Так, сейчас я Миша оденусь. Так, где у меня супруга моя? Алексей Максимович, вы один это полагаете? Да? А что говорят, главное?